На юге Таджикистана местные власти переделали здание медресе в музыкальную школу. Об этом сообщает Радио Азади. В Хавалинском районе здание бывшего медресе имени Хаджи Ансори передали местной музыкальной школе. Единственное в Кулябском регионе медресе было закрыто в 2013 году после принятия нового закона о религии. Председатель хукумата Хавалинского района Первиз Акрамзода на недавней пресс-конференции сообщил, что здание было отремонтировано и передано музыкальной школе. В настоящее время, по его словам, новоселье в помещении бывшего медресе справляют два детских музыкальных коллектива – Шашмаком и Фалак. Медресе имени Хаджи Ансари существовало еще со времен восстания народного героя Восе в конце 19 века. Напомним, что на сегодняшний день в Таджикистане ликвидированы и закрыты под предлогом борьбы с терроризмом все медресе и другие исламские учебные заведения. Чем играть?